Можно? Чем ближе выборы, тем интереснее становится. Вот новые подробности. Жену Дональда Трампа, Меланию, уличили в неуплате налогов. Оказывается, 20 лет назад, когда она только приехала в США, 2 месяца работала нелегально. Вот такие новости из жизни возможной первой леди. И, может быть, вы скажете, что подумаешь, всего 2 месяца, но вот за это время Мелания успела заключить, тоже подсчитали, 10 контрактов с модельными агентствами и пополнила свой счет она на $20 000. Кстати, гражданство Мелания получила спустя 10 лет после свадьбы с Дональдом Трампом. Ну, когда же еще искать компромат на кандидата в президента, как не за 3 дня до выборов, действительно. Изо всех сил сейчас поддерживают своих фаворитов американцы. Вот таким образом, например, пожилой мужчина в военной форме умудрился прервать речь действующего президента, чтобы выразить свою поддержку уже другому кандидату. Ну и вот боевой старичок оказался сторонником Трампа. Не смог он долго слушать речи Обамы в поддержку Клинтон. А толпа мужчину освистала, но Обама призвал всех успокоиться. Заявил, что свобода слова – это главная ценность Америки. Hold up, hold up, hold up. Hey, listen, 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 listen.